He's garage, but he's low. Не, скорее с туалета. Ну ладно, иду на скалы. Кто жив? Did you get a kill, Roman? I might have. I did, just confirmed it. He's guarded. Надеюсь, это легально. I get shotgun, water, ladder. Тело спрыгнуло в воду, и оно спалило, типа, что вода. Но там у них все равно датчики стоят. Готов я через мост постараюсь пойти. Короче, смотри, он сидит у туалетов, типа вот эти две окошечки конкрет. Будь осторожен. Он тебя оттуда увидит, наверное. Это Вадим в Гардене. Угу. Но это в Гардене, а я тебе конкрет говорю, что ты внутри моста можешь в туалете увидеть, типа. Понял. Там где две окна. Все, давай. Да, взял, действуй. В туалете не лезет. Крови. Я в дыму. Они тебя внизу будут встречать, Вадим, будь осторожен. Are you live? Cross checking.
think there's one in garage, because they had a smoke there. Иду на их скалы. Короче, с камерой сидит на втором этаже, чекает верхний кейс. Второй нижний чекает. Но он где-то либо на третьем, либо на первом. Будь осторожен. Проверь mail.ru. I hit him, he's not dead. Where's he at? Is he in the cave? No. Got me, got me. Oh, he's either bottom or second. I think he's in lab. I got one. I hear second set. I heard him too, damn it. I know. He game sensed it. Okay, cool. Yeah, I'm glad. Oh! the juke. You know, it's looking good. All he has to do is hit two shots of 30 seconds. No. Well, he has to split now. He has to split. So I think Loman's got to make a bet now that he's gonna double back. If he's gonna, right, no, he I don't can't think watch Gardner at the same time. He doesn't have the time to double back. Yeah, охренеть. And Lowe's gotta hit the midair. No. Oh. Ох, ебать, новый конечно, брат! Охереть, аж кем волновался, что не успеешь. Ты не говори! Oh, you can hit it. And you're not gonna move. I went and checked it and got killed by it. I should have just stayed in the room and we would have been fine. Давай, Вадим, по так же, я тебя крою в туалет. Один на втором этаже возле кейса. Угу, понял. Это шарик. Ныкайся. Это именно человек. Ну да, да, да. Ползу. Вадим, я тебя не прикрываю. Кидай дымы. Так. Кто на нашей базе? Это я.
слушай, через мост могу прорашить. Точнее, на мосту. Давай, я тебя прикрою. Дым кинул около гаража. Смотри, левые туалеты, осторожно, там подглядывай. Я его сбрил, он упал, кидай туда. Бля, похуй, ладно, все, замри, он свалил. Будь осторожен. Убил его, он был на жердочке, короче, справа, там, где снайперка. Второй будет у туалетов, это точно, конкрет, будь осторожен. Это я просто играю с ними, так что нормально все. Ну, не нормально, и двое я насчитал. Я на камнях чекаю, вижу тебя. В туалет ты зайдешь? Минус один наш в лобя. Он, короче, под этими двумя окнами, ну, короче, под лестницей, там, где второй этаж. Ну, пиздец, ну что это такое, блядь? Ну и хуйня, конечно, невероятная. Ай, я, блин, из-за пинга умер. О, shit! I thought he was further back, I thought I had time to make the rotation, I should have been watching that. Damn it. Yes, you heard the blast break, right? So Duffy gave me the info about your position under the stairs. So I decided to come to kill you, but he scared you, so you changed the position. No, I had those doors censored. I knew there was one on the top bridge. I was like, they're gonna drop from bathroom, I know it. And the second he started trying to keep firing there, I was like, there's gotta be a second guy following up. That was close though. Like a second or two earlier you would have had me. Yeah, no, he's out though. Cross, I guess, didn't react to the glass breaking. Also, I totally thought I was in a 1v3 there, because Cross didn't, he wasn't clicking his radio back. It'd be really funny if the game didn't register the case entering the zone. Nah. Хорош, дофиг закончил, начатое. Короче, я пытался прийти к тому челу, про которого ты сказал, но он, короче, в последний момент решил позицию сменить, и его не поймал все-таки под лестницей. Так, я через воду пойду. А я с крыши немного постреляю. Откуда? Это я. Инфу скажи мне. Его, видимо, приняли из воды, когда он вылезал. Я сейчас шариком пойду почекаю, что где, да как. Справа шарик от нашего здания, аккуратно. Хорош. Неизвестно свой... откуда. Да? А, да, свой. Блять.
Ладно, пошли винту, короче, через нижний. Погнали. В туалет и залезем. Я забыл, что по-другому винта... никак, я уже не вижу. Я забыл уже про ее существование вообще. Хорошо, что... Давай в туалет и сюда. Ой, бля. Я живой. Хил надо? Не, нормально, 78 хп мне в паре. Это плохо, это ты один лишний выстрел не переживешь, надо хилиться. У винты встретимся. Vent, both of them. Oh no, they're gassing me. Oh no, they're smoking me. Oh god, they're smoking me again. Did anybody die yet? Yeah, no, they're both vent, they double smoked me. Короче, Вадим, начинается мясорубка, мы проиграли. Убивай их нахуй. What's up, man? How's it going? Работаем. Got one! Second one, Bethany! I think they're memeing there. They're doing a lot of random Russian screaming. They were memeing that. There's no way. There's no way. Туалет! Унитаз. Ну ладно, все, давай тогда. Винта это проигрышный вариант. Крыша, вот какой вариант. Только Блума сбивать не надо. Да, конфиг. Ну обосрали, все поделать. Это вообще не нужно. Не, нормально, все нормально. Ну подумаешь, убили Вадима. Ничего, проиграемся. Не, меня почему-то из-за пинга постоянно убивают, что-то портируют. Хотя вроде нормальный пинг. Не, меня вообще на мосту убили случайно в голову шальную, так что, ну, держись, братан. Ладно, давай на улицу, короче. На, ты на мост. Ну, короче, сейчас шарик полетит справа, я уверен. Я его попытаюсь сбрить. Блун наш выпустил. Не, ну я могу и на улицу пойти. Давай на улицу. Да, давай ты на улицу, а мы с Вадимом на по крыше. Слушай, Вадим, а слева там, где два окошка возле туалета, которые прям напротив нас, они открыты или закрыты? Вон там на лестнице назови. Их, блин, минус. Все, нормально, нормально. Но он знает, что нас двое. Ну что, давай я кину дым, а ты мне отдашь дым, хорошо? Я знаю, куда раскидать. Да, держи. Так, первый пошел. Второй пошел. По задымам, по центру чел, походу. Чуть не попал в хэд. Погнали? Я пошел. Давай, щит. Ну пиздец, бля, чё же вы не зиня.
Just play passive. Cross that check. Do you see this ball of smoke on top of the bridge? I do. It looks weird. Sec floor. Bro's boogieing, oh my goodness. Got him. Back in the position. No, no, нет. А он понял, что это не разбить. Чё вообще? Кто там риг ставит? А чья взрывчатка? Я не понял. Я не знаю. Ладно, окей. На, кстати, это логично туда риг ставить. Типа, сюда, нет, сюда. Не очень. Ну смотри, я бы понял, если бы на обе двери поставили. Ну это для профессионалов, наверное, хорошо ловят. Ну ладно. Блядь, ну Чизи сейчас будет обходить долго мы за ним. Got him. 2 kills again. Boom! Good set. Ну ты же знаешь, что он там внутри в туалете. Ну ладно. Так, нет, ну я не давай. Знаю, что он внутри в туалете сидит. А ты его типа не слышал. Ну ладно, окей. Интересный ладно, риг все, там я был на двери. О, блядь, стоит, уже бегут, ебанутые! Где бегут? На улице, вот уже за деревнями, дальний ты. Понял, чекаю из сервер рума. I see him, he just gassed, he's balcony. Hit him on balcony. Not dead, but hit. I'll tell he's going block. Не загорел. Я съебался, у меня 10 хп, нужна помощь. Сервер, давай, похилю. Yeah, one was the last in rock, I did hit him. I don't know if they took sniper, I haven't seen it, but nice decoys. Ползи сюда ближе под стол. Lab CP. Got him. He's dead. Looks like you tapped Rich Cross just split. Saw one tech floor bridge. Cross, it looks like they might push the bridge. I'm gonna fall back and see if I can get an angle on that if they would. The guy blew up.
I bet he's in one of the middle floor offices with his balloon. Yeah, he's definitely second floor, just heard him live chat. Он в воде. Жив? This is a close ass match. Jesus, run. Yeah, alright. Понпи, что ты так бегал туда-сюда? Вадиму бы решил помочь. Ну что, сиди уже за кейсом, да и все. Ну ладно, окей, проехали. Rare round to go defeat sniping. Так, ладно. Что здесь ты? Бля, я на скалы не успеваю залазить. Так, конквит, ну ладно, окей, тоже нормально, ну. Но... Я, короче, на третий попытаюсь крышу лепать, а вы там не знаете. Конквит, попытайся следить за улицей, пожалуйста. Окей, окей. I'm gonna gamble and I'm gonna rig Vine. Vine's better, they could enter from somewhere else if you just rig that. It'd be really funny if that works. I'm gonna wait for energy and I'm gonna start running. I'm also guarding, but being sneaky. Alright, gonna start pushing. Underneath this truck. Alright, pushing again. Oh, hi buddy, how's it going? How's it going, pal? Близко к гаражу. В саду. На скалы полез. Я чисто снайпер не сбрел. Ah, he saw me, damn it. Тоже. Я. Все живы. Карда не убил одного. Видимо, того, который еще там. Угу.
Он упал в воду, это труп, так что не обращайте на это внимания, пожалуйста. Вадима убили, кажется. Still, I'm so okay. That was a good learning lesson. My fake mist grenade was supposed to break the windows in the back. Didn't matter because Vadim rotated there anyways. But it was gonna be so funny if it worked. I should have just like corner sniped him. Honestly, yeah, you probably should have just pulled out the sniper there. It would have been funnier too if it worked. Wait, so what'd I miss? Cross died to defeat on the balcony trying to peek him around the corner. He did get him down to half, but if he pulled out the sniper, he'd probably get killed. And let's see. There's the way Cheese plays this where he wins, and the way Cheese plays this where he loses. That's pretty basic, isn't it? You notice that Cheese gets like crazy angles sometimes. He takes some funky angles often. Ooh, he's probably gonna die from that. Oh no, he's fine. Like, I would definitely rather encounter him in close quarters combat than anything else. Like going up against him. Yeah, he's got some pretty good aim too, but definitely. That's such a little gremlin spot from concrete. How long has this game been going? We haven't even possibly hit a tiebreak. Oh, he's... Oh my goodness, that is so lucky. The double rig. Oh, explosion. Oh, he's good. Two health. Oh, he's good. Nah, it's so... Oh, wait. What's that? Let's go! The 1v3! Ай-яй-яй. Я тебя подорвал. Ты там внутри что сидел? Блядь! Я рашу тебе побежал. Блядь, ну ладно. А ты его что, уронил, что ли, прям знал? Да. Его граната вообще не задела, потому что он стоял за деревяшкой. I quote-unquote missed to try and break the back windows inconspicuously, but Vadim pushed it anyways. Vadim. Yeah, Vadim. Yeah, Cheese. You should be so glad though. Vadim was cam sticking where you were pushing, and the second he put his cam stick away is when you would have been visible to him. He's so glad. Digging Ivy. So. Very aware of that. Got very lucky. Yeah, I just got killed. I got on third floor. Под водой никого. They really like to play in the bushes of garden, so be wary of that. I'm gonna grab shield on the bush garden so if I can get there. So just okay. Okay. Убит мост.
У тебя внутри или сверху был? Ну, внутри вроде был. А, у меня... Я, наверное, сверху вальнул, типа. Ну, я гранату видел, что кто-то кидает. А, ну тогда это сверху. Ну, это тот, которого я убил. Все, ладно, проехали. Дефаем кейс. На крейше, мудила. Он один остался. Нет. Пошли. Упал в воду. Это он живой. Чё? Сзади, сзади, сзади. Лестница? Видимо. Да, лестница. Да, лестница. Которая прозрачная лестница, задняя. Понял. Ты не видел, вниз он ушел или вверх? Меня просто телепортируют на их пули. Мне это бесит. Меня тоже. Я вообще типа не могу с автомата вальнуть. Всегда дверь закрыта тогда, когда не надо. Я клип потом выложу, как меня телепортируют. Oh, what's up, man? Bathroom window. Peekaboo. Hey, so how are you gonna stop me from going to the garage right now? Like, what if I just walked into the garage? Nah, I'm kidding. What, he was watching garage? Oh, okay, thanks, man. Thanks for telling me. I'll just walk in garage here. На скалах.
все еще на скалах один. Не знаю, поднялся или нет. На тебя снайпер смотрит, будь особ... Поймал его. Отлично. И в этом снайперу такую шару дал, чтобы не выглядывало больше. Вот теперь-то я точно в воде кого-нибудь поймаю на этот раз. Давай. Ебаш. Двоих убил. В сервере последний, понял? Либо в винте, я не уверен. Сейчас проверю винту. Да, винт. Отвлеки его, я забегу. Он посередине перекрестки, он пос... Идет к твоему кейсу. Кинул в меня дым. Ну и мужик, ну и пускай сидит там. Я враг дольнул, застрели его, давай. Не могу, у меня дыма, я вообще слепой, слепую. Извини. Не могу, не, давай 2 минуты, я просто подождем. Я датчики поставлю, он никуда не отменит. Давай, давай, он враг доль опять. Не могу. Я еще тело конквида мешаю. Отлично. Просто отойди назад, просто и жди, когда оно, ну все. We're gonna be here for an extra while now. Там нереально просто, Вадим, давай на улицу, хорошо? Эту улицу?
Нет, вы вдвоем идете на улицу, я хочу, чтобы вы вдвоем. Окей, еще иду. Я уже воду прыгнул. Ну, блин, не, компит, там хуйня вода. Да похер, уже иди, давай. Блядь. Я, если что, пережду, не буду особо лезть. Ну ладно, окей, хорошо. Давай так поступим. Начнется заварушка, поднимаюсь. Я тебя попробую скамьей прикрыть, если вдруг доберусь. Дайфик, ты готов прикрывать? Я на камнях сейчас буду смотреть за туалетом, если. Давай, я дойду до дерева, а потом с щитом побегу. Смоки прокинут тоже. Давай, скорее, пока шарик не выпустили. Так, через 3, 2, 1 кидаю смок. И рашу. 3, 2, 1. Ну, да, найс зарашил. Блять, он не прыгнул. Конкрет, ты в один. Вылазь оттуда, я не знаю, как тебя вытащить. What's your position? Check that. Блять, пиздец. А он на третьем, ебать, сидит. Слушай, а ты можешь просто пробежать, блядь, подняться? Oh, 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 how did that headshot? I was standing up on my... Come on, I thought they were too fast in there. Oh well. Hopefully Cheese gets this kill. See Lab C. Have a nice X-Spy on your team. It's Cross. I'm never gonna be done with this game, bro. Oh my god. On the первом этаже. Там где лаба. Я ему точно в хуй попал. Но не мог ему промазать. Точнее, не мог я промазать. Мощно это выглядело. Cross literally just like takes his time and sits in a cupboard or something, that's fine. Hope Cross has the downstairs rigged so he can just sit upstairs. Oh, he doesn't. He does. He did. Well, it's still censored, so we know. Wrong move from Dafik. What did he see the camera? Get blue yourself in back, cause I'm so probably animations, honestly. That camera. Охренеть, хорош, Дафик. Я уж боялся, что все поймали тебя. Какая прозрачная хуйня! Я тоже охуею. Рига и нижний спускайся воду. Mm-hmm.
Sayonara! Can't believe that worked! Can't do that again. I told you! Hey, I said we could! Okay. Прям, я не ригаю кейс, если что, я просто плыву к ним на вас. Ну давай, ну... Я снайпера не убил. What's up, man? How's it going? Я у них на крыше. So I think Vadim was on roof with that, by the way. Also, I would expect maybe a counter rush, just maybe. Давай тогда за интрудеров отыграем. Нет, блять, пойду играть за спектаторов. Да я тоже. Я пополз. Кто внутри моста? Двери открывал. Вадим. Вадим. Также прорашить, поэтому мы тактично будем играть. Давайте. Убил на улицу. Захожу в лобо. Я в мосту, если что, с кейсом. А, давай мы тебе тогда организуем прикрытие. Уходи, да. Мы на улице. Улица полностью чистая. Давай. Иду, спрыгиваю. Погони нет, давай! Хорошо.
Говенту все вместе. Ну да не, это нереально. Ну все, да, ты заруинил нам выигрыш. Это была победная тактика. Не иронично говорю. Пожалуйста, не умирайте. Мы без... с тобой точно бы не сдохли, но теперь, возможно, сдохнем. Я понял. Надеюсь, что ты принесешь цветы на наши могилы. Давай не рассказывай, иди убивай типов. Тут я не вижу C4. Убил одного гардена. Я пошел. О, come on! How did I not make it? Минус один. Why? He's bottom! Why aren't you? They're gonna... No, he's not case swap. He's leaving. I thought they were gonna case swap. I thought they were gonna... Да ладно. I don't know how I didn't melee him. I was right on him, mashed left click. Oh well. А ну-ка, заминируй конкрет главный. Верхний внимательно. Вадим, ну давай, они в воде, проверь. Ну, полюбаться сейчас в воду полез. I think I saw him. He's probably going to the bathroom now. Should run by, but see if I can see. Third floor outside the computer room. Винта убит. И еще на третьем убит. Так, ну последний остался, парни. Все, дефим кейс. Я иду к верхним кейсам. Если меня убьют, то он на камнях.
вроде никто не проходил. Давай проверю камни. Вверх не на месте. Ко мне никто не был, меня никто не убил. На камнях тоже нет. Все, сидим. Вадим заминировал нижние, я двери регламентные брить. А конкурт я. Ну, короче, дефаем. Все. Парни, предлагаю полностью радиомолчание, так что давайте. Не-не-не, раз в 30 секунд щелкаем. Угу. Что-то заригал, я слышал, он в коридоре что-то поставил риг аккуратно. Тихо, он может выманить, молчи. Я норм. Red, GG's. Я, короче, выманил его на риг, на его же. Вот это мы, конечно. GG. Slightly log game, guys, slightly log game. Знаешь что, у меня плохое предчувствие, поэтому я ригну наш входы на крышу. Вот эти двери. Не надо. А, ну ладно, окей. Ну все равно я посмотрел по камерам, никого нету. Стоял сенсор. Сейчас я попытаюсь высмотреть там камеру. Блуна забыл взять ее. Короче, конкурт, камеры я не вижу, можешь спокойно идти по первому этажу. Давай. А мы на по крыше попытаемся что-нибудь сделать. Ты, кстати, всегда будешь молчать, не отвечай на рацию. Его разъебали в нижнем. Враг на нижнем. Ты веришь, что... Ну, на первом там, где, да. Я уверен, что конкью, да, я только что видел, как вы застрелили с нижнего типа. Опа, вижу третий этаж. Он в брейк-рум зашел слева. Возможно, к камням перейдет. Че, скинуть тебе смоки? Я пошел, короче. Ну ок. Я за тобой. Вот
Я отсюда вижу второго, там он сидит. А тут второй, который софи палки смотрит. Ну классно. Хорош, хорош. Я разменялся в прошлом раунде. Нормально. Молодец. Он сидел прямо в гараже, смотрел. Я на крышу снова. Я опять через ближние кусты пополз. Давай. Также сенсор ставлю на двери. Ну класс, ну зашибись. Ну как бы нас все еще могут зайти из Гардена вольнуть. Так что не волнуйся, дафиг. Давай не будешь об этом думать. Не волнуйся, дафиг, есть еще способы умереть. Где-то то ли в камнях, то ли в кустах. Это, карниз. Правая часть. Стреляет говнюк в меня. Я упал в воду. Он мертв. Труп падает. Ну окей, я возвращаюсь. Труп хорошо, упал. Туда его. Я не буду через воду заходить, я обратно на крышу. У меня 75 хп, он меня толком-то не убил. Захвати аптечку и иди на крышу. Там, ну ладно, бля, окей, захвачу 4 минуты. Одна пуля целая. Взял аптечку, поднимаешь. Это я блимкнул. Давай, действуй. Я не шевелюсь. Ладно, давай сразу. Работаем. Ну, я внутрь на стол пошел. Давай двигай, я спустя некоторое время за тобой пойду. Спускаюсь. Хорош. Еба, ты прикрыл! Вот это ты вовремя побежал на меня! Вот это ты вовремя! Идемте венту все вместе. Не-не-не, он там сидит, не! Нет, они не сидят в венте. Он типа, ну он проверяет периодически, ну идите сами, я не пойду нет, туда. Нет, он сидел на лестнице, смотрел камерой крышу, mm-hmm. И только потом пошел винты смотреть. Прям когда вы ушли. Ну я так понял, типа, один сидит в галерее, а ну-ка, я сейчас хочу кое-что попробовать, а вот прострелю эту. Ну он там долго сидит с салфи-палкой, а ну-ка, сейчас я попытаюсь. Короче, Конкрет, давай не умирать там на первом этаже,
Давай его там, гранаты, не знаю, газ закидывай, чтобы она задохнулась нахуй. The call from the beginning of the game. I thought Rin was going off. If you want to do anything. Убил снайпера. Мега, мега хорош. Да ты бы видел Сантоса, ебать! Давайте я минирую вверх. Ой, блядь. Блядь, коллиматор забрать хотя бы. Мне что-то очень плохо заминировано. Ладно, пойдет. Ну, в следующий раз заминируешь. Дропай всю воду. Вверх моста задымили. Готовьтесь к крашу на кейс А. Сука, щитоносец ебаный, его еще прикрывают с крыш. Воду не вижу, поднимаюсь к вам. Я видел кого-то над галереей в кустах. Если это не ты, то... Это я. Убил над галереей. Ой, какой над галереей? Не, это не я. Не, я убил на карнизе на третьем. Значит, враги на третьем. Я буду сейчас убивать их. Кто сишку ставит? Понял вовремя тебя. Вовремя я открыл двери! Нормально убил? Убил. Все, сколько хорошо. ХП? Да, да. Ну, 25, двоих убил, последний остался. Деф. Винты чисто. Дафик, ты где? На третьем, там где на карниз залазил. Тут! Тут.
прыгнул с моста в этот момент. Это я, блядь, я. Все. А вот лайк, да? Готи. Его убили. Наверное, нижний кейс ворует. Я проверю. Он за дверями. Он меня чуть не подорвал. Why are they killing? Why are they killing each other? Are they stupid? Are they stupid? Я же сказал, чуть не подорвал меня. Ебать, хорошо, что я заметил эту ебаную взрывчатку. Ебать, умный тип, а кто это? Ну, хорош. Вы бы еще разменялись друг с другом, было бы вообще замечательно. Я все это время смотрел на труп Вадима и спрашивал, Вадим жив? Нахрен ты это спрашивал, ну ладно. Да я думал, это картонка. Как всегда, спускаюсь в воду. Слушайте всплески. Если моих выстрелов нет, то все плохо. Ну опять улица какая-то, конкрет, проверяй улицу. Да, есть один. Со щитом идет на скалу. Ну, попытаюсь его принять. Как он прошел? Прыгает на скалу. Не смог подбить. What is this lag, bro? I was on the floor! Я подбил. GG, I don't even care anymore. I'm playing at like 300 ping, what is this shit? Новинки чисто. Чек улицу. He has 59 ping, I somehow believe. Вадим, живой? What? Бля, конечно же, не живой. Сука, говорю же, слушать всплески. Поебать вообще. Взрывчи. Everything makes sense now, honestly. Отходи, короче. А, нижний забрал. Нижний. Ай-яй-яй. Не, Вадим, не получилось. Говорю, блядь, слушай эти всплески. Ёбаный да ваш рот. Я не слышал. Я делаю то же самое. Давай. Он, кстати, по-моему, быстро пытается на воду залезть и все. Ладно, давайте я в подвале посижу. Да не, сиди в туалете, нормальная позиция у тебя. Чекаю лестницу, но в воду не спускаюсь. Опять со щитом. Гардена. Кинь в него гранат. Или газ. Не, он назад. Не, не подбил. Или еще раз, когда он будет переходить, кидай газ. Он отходит. Ну он палец, не палец. Как думаешь? Нет, все еще. Ходит. Так, ладно, я винту приведу. Кинь газ в него, пожалуйста, чтобы он закашлял и щит сбрил. На скалу идет. Сам кто с меня щит принял. Из воды никто не вылез, я меняю позицию. В воде прошел раз как раз Санктус был, так что, видимо, никого там нет. Санктус у меня на улице, я его сбрил. Да-да-да.
А камни безопасно, чисто? Да, я на камнях. Понял, я поднимаюсь наверх. Дафик, у тебя прямо под камнями прошло что-то. Я убил его в галерее. Дафик? Да, да, вижу тебя, вижу. Я живой, живой. Я просто искал его. Конг. Его убили. Чека нижний, я вверх. А, блядь. Ну да, хорош, ребят. Замечательно. Что с кейсами, блядь? Чё мы так их теряем, нахуй? Чё, съебало? Меня сначала по руке выстрелили со снайперки в туалете. Я ушел, и меня убили из кустов, из моста вышли. Я даже подорвал кейс. Ну чё, блядь, опять нахуй играем? Ну ёбаный рот. Да нормально. Смотрю лестницу из воды. В воду прыгнул интрудер живой. Смотрю. На улице двое. Встречайте. Из воды не вылезают. Вернулись, видимо. Нет, он под водой. Он... Точно двое. Убил под водой. Окей. Двое осталось. Я чекну вент. Если сдохну, то меня убили в сервере. Вент чисто. Внутри моста. Последний остался. Вот сейчас только нельзя поебать кейс. Кейс на месте. Верхний тоже. Голосок. Вы ломаете? Нет, он на камне. Понял. Предлагаю цепить лабуа и не показывать себя, пока он не зайдет туда.
Тут спавн в комнате маленькой. Лема. Хорош. Как он тебе? Хороший. Да я чудом вообще выжил. Он просто промахнулся по мне много раз. Ладно, еще раз. Видишь щитовика, и кидай не гранату, а газовую. Кстати, дальше, если бы Сантус с третьего этажа пошел вниз по лестнице, то он помер. Смотрю лестницу из воды. Кто-то из вас на камнях есть? Нет. Нет. Понял. Ну, конкурент смотрит за улицей, нормально. Скажи, если пройдут на камни. Хорошо. Не кажется ли внутри моста? Кон. Не знаю, где второй. Прочекай дафик. Либо винта, либо внутри моста. Все, я готов воевать. Винта чисто. Из воды пока никто не вылез. Винта чисто, говоришь? Где-то разговаривают то ли на втором этаже, то ли... Дафик. Кто жив? Внутри моста. Не убил. Я подполз к спавну на помощь. Он ушел назад. На мосту сверху, сверху на мосту. Он упал вниз, вот. С моста? Тот, который наверху был? Да, да, да. Окей, пойду ступеньки смотреть. Лестница точно. На скалах кто? Конфида убили, я разменял его. Два на бай. Вода, мертв. Вот. I'm sorry, I got it. Ну, внутри моста никого нет, а и, кстати, знакомое стекло, которое они разбили. Помнишь, он типа на втором этаже, типа разбивает стекло для себя? Он, значит, заминировал. Который потолок или что? Над мостом убил. Да, он над мостом мертвый. Блум минус. Правда, они походу знают, что я на крыше. Да не, обо мне тоже знают, я же только что не работал со снайперкой. Ну что, дымить кидать будем? Блин, они возможно чекать будут все равно. Ну давай, как только свой кинешь, я докину свой.
А, кто-то пищит сзади нас. Готовься. Убит, нахуй. Я говорил, что этот Эрик полезен! Я говорил! Короче, последний остался на третьем этаже. Можешь конквит забрать этот нижний кейс? Лёха, да, давай комната, на улицу. Нафиг, снайперская комната. Готов. А. Я только до кейса дошел. Красавчик. Ну ладно, окей. Ну, короче, драка на крыше получается. Внутри моста ползет гандон. Я его приму. Держим дистанцию, чтобы гранаты не взорвали. Ну я не знаю, но я его через дверь шилывай. Да, я его пришилывай через дверь, он мертвый. Так, Вадим, я прыгаю через датчик на крышу. Не взрывай, пожалуйста. А, у тебя его не было, ну ладно. Так, Конквит, если ты еще на улице, давай, потихонечку. Кидай гранату. Парни, к вам идут через нижний. Будьте осторожны. Он с галереи зайдет. Конк мертв внизу, походу. Один или двое на нижнем кейсе. Case is still on the table. I don't think they even... Иди на мост. Я отвлеку их. На крыше. Ага, видел. Убежал. А, не убежал. Окей. Справились. Хорош, я думал, ты умер уже, Конквит. Ну ты отвлекал его, конечно. Я Гарден. Угу, снайпер. Если что, не ригаю тебе крышу, ты там, если что, сам эти риги ставь, как видишь, они помогают. Хотя они, если что, думаю, готовы уже будут. Ну я поставлю, хорошо, я поставлю одну, только у меня задержка будет, ну ладно, окей. Внутри моста чисто, я попытаюсь пройти как раз через него. Сломали. Дэв, кстати, где? Я на крыше пытаюсь выцелить кого-нибудь. Понял, сейчас буду заходить через гарден. Прокидываю смок. Конквит, подглядывай на правую часть крыши, пожалуйста.
Харик вылетел. Не убил его. Он обо мне знает. Вадим, будь готов. Нашего конкурса убили, я разменялся. What are you doing? Больше эту броню не надевай! Красавчик. Над мостом. На улицу слышу. Много. Сколько улиц? Минимум двое. Я бегу к гаражу через секунд 15. Вижу на крыше типа одного.
Понял, значит, на воде никого не должно быть, раз улица двое, крыша один. Идут гаражи. Не, лучше проверяй, короче, конкрет, смотри, уль. Уже. Ну ладно, не вылезают. Конг жив? Убил снайпер! Дайвка, походу, убили. Не, я еще живой, но меня подстреливают. В саду пока никто из кустов не выходит. Спрыгивай галереи, дафика, если хил надо. Он еще до сих пор на крыше. Давай я сначала подхилю, потом ты будешь продолжать его убивать. Он на правой части. Не, да, я его сейчас. Ну я хочу его пристрелить. Обычно после этого тебя пристреливают. Ну сейчас раскрыну один раз, если не получится, то верно. Ну все, я отстрелялся, короче, не получилось, он, блядь, живой. Ты где сейчас? И я спускаюсь на них. Понял, бегу в галерею. Все, я в галерее. А в саду вообще точно были? Когда я ошибал. Я стоял на ближних кустах. Чисто. Прошел мимо гаража. Понял, значит, я еще выгляну из галереи. Нет, ну вот именно, пошел он нахрен. Не докинул еще, сучоныш. Вы справились с ним? Так. Последний остался на крыше, это я точно знаю, которого я пытался застрелить. Да, он последний остался. Понял, я просто буду... Подвал! It's hard. It's Isaac, it's hard, okay. Yeah, I'll turn on it. I think we should play just like... Отомстил Вадим, сорян, не спас. What? Yeah, it's weird the way it played, but it worked. Минируй. Ебать, их там двое накинули над мостом! Где? Над мостом? Бегу, бегу на верхний кейс. Ступеньки. Убил его на отгоре. Минус ступеньки задние. Я двоих убил? Что? Где? Когда? Да, ты чёрта лаёбнул случайным голову. Так, я сейчас буду следить за крышей. Смотри, на дно. Не, больше такую хуйню не повторяют. Я в воду спускаюсь. С
слушаете плюхи. Угу. Улицу слышал? Шаги. Зашел в гараж, либо на скалу пошел. Вода чистая, никто не вылезет. Меня со скал могут подстрелить? Без понятия, скорее всего. Я поднимаюсь, если упаду в воду, то я мертв. На третьем враге, они уже на нашей базе. Будьте осторожны, молчим. Кейс. Меня через винты обошли, когда я тебе инфу давал. Не успел выстрелить. Но этот байштарт позир. What happened? Вылетел чел, походу. Дафика победит, чтобы паузы не было. Ай-ай. Это что сейчас взорвалось? Без понятия, если честно. Ну, я тоже без понятия. Меня слышно было, видимо, когда я кости ломал. Да, себя. Было, еще как. Ладно, погнали. На крышу не лезет. Пока. Сижу за серваками. Скалы. Вадим, чекай нижний первый этаж, они все.
Нижний кейс одного убил. Fuck off. Да, Дим, отступил бы, ну ёбаный рот, заткнись, Зафик, ты сдох. Заткнись, заткнись нахер, ты ничего не сделал. Замолчи просто. Слежу за улицей. Контроль, следи за мостом. Вижу улицу. Убил улицу одного. Винты. Конкрет, винты. Да, ману. Справишься или тебе помочь? Вода чисто. Так, двоих убили, последний остался. Вадим, давай быстренько дефа и нижний кейс. Я побегу на блум. Давай. Я боюсь дефать нижний кейс, потому что боюсь, что верхний пропадет резко по какой-то причине, поэтому пойду наверх. Он говорит, тогда оставайся у верхнего кейса. На, ну да, держи, на. That's not funny, yeah. You scared the shit out of me. GG. I got you. Get trolled. Isaac, it was a really cool match. I wanna face off against you next time. You're good. Thank you. Теперь я могу поспать. A compliment from the fake. Let's go. The sex man himself. 4 часа ночи. Ура. Yeah, thanks for playing. Во сколько